Здравствуйте. Я хотел продолжить разговор, состоявшийся на Радио России, о фильме Йоргоса Лантимоса, греческого режиссера, который называется «Лобстер», и который для меня оказался самым запоминающимся фильмом прошлого года. Хотя, если говорить честно, то подавляющее большинство людей, которые я знаю, этот фильм глухо раздражает. Сегодня есть два рода искусства. Одно искусство мы называем развлечением. И мы его потребляем. Обычно мы говорим, мы хотим радоваться. И фильм или спектакль нас радует больше или меньше. Он нам нравится и доставляет нам удовольствие. Однако мы почему-то не слышим эхо этого фильма или спектакля в своей душе. А вот как раз те фильмы, преимущественно они существуют в артхаузе, которые глухо раздражают, видимо, что-то задевают в нашей психике. Мы в них вольно или невольно узнаем самих себя. И главные проблемы – то, что с нами происходит. И тогда кино начинает играть роль, если хотите, внешнего сна, о котором мы начинаем задумываться. Самое главное, чтобы зритель опять снова начал задавать себе вопрос, а чего меня так больно задевает в этом фильме? И тогда кино может стать средством самопознания или познания того, что происходит с нами. И меня, как психотерапевта, это очень волнует и очень интересует такое кино. В фильме есть три пространства. Город с его законами, санаторий и лес. Город представляет собой некоторое общество, в котором нельзя оставаться одному. Человек обязан найти себе пару, мужа или жену, и только в этом случае ему дается право на жизнь, в прямом смысле этого слова. Если он на протяжении более чем одного месяца такую пару себе не находит, его принудительно помещают в санаторий, в котором ему отведено 45 дней, чтобы такую пару найти. А в том случае, если он не находит себе пару в этом санатории, его превращают в животное. Точнее говоря, судя по слухам, которые ходят среди клиентов санатория, не очень похоже, что там в так называемой комнате трансформации действительно превращали в животное. Но фильм Лантимоса, он с открытым концом и с огромным количеством загадок. Мы не знаем, что происходит на самом деле. Третья территория – это лес. Лес, в который можно убежать и в который бежит в конечном итоге главный герой в исполнении Колина Фаррелла. И он, этот лес, представляет собой нечто прямо противоположное санаторию. В санатории ищут пару. Ищут пару по сходству. И по большей части это внешнее сходство. И даже не просто внешнее. Чаще всего это сходство по какому-нибудь уродству или по хромоте, например. Любовь к яблокам. Самое поразительное в этой истории, что сходство может быть только одно. Главное развлечение в санатории – они периодически выезжают в лес для того, чтобы отстреливать прячущихся там одиночек. Правда, отстреливают они их, по всей видимости, с помощью дротиков с транквилизаторами, потом доставляют в санаторий, и там их уже превращают в животных, в той самой комнате трансформации. Если говорить
очень грубо, то вот и вся внешняя канва сюжета. Сам Лантимос в интервью говорит что-то такое о утопии и антиутопии, о тоталитарном государстве. Мне кажется, что этот фильм как-то болезненно близко подходит к нашему собственному будущему по той простой причине, что никакого тоталитарного государства в фильме на самом деле нет. Я вспоминаю сюжет книги «Бытия». «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». После этого, между прочим, Бог создал животных полевых и птиц небесных и привел их по одному к человеку, чтобы тот выбрал помощника. И только потом, когда человек отказался, наведя на него крепкий сон, вынул из него ребро и сотворил ему жену. Вот теперь представьте себе, что мы возьмем, и это высказанное Богом чувство сделаем законом, юридическим законом, правилом жизни в обществе. Что, собственно говоря, и делает Лантимос. И люди, обратите внимание, превращаются в животных, которых Адам отказался принимать себе в помощники. Ну, а я, конечно, вспоминаю нашего Баранкина, который, будь человеком, «Я уверен, без забот воробей живет. Вот я превращаюсь в воробья». Но в повести «Баранкин, будь человеком», которую мы сейчас даже детям не читаем, Баранкин в конце концов понимает, что значит быть человеком и что человеком быть нужно. Вот этот санаторий Лантимоса абсолютно точно смоделирован, например, телепрограммой «Дом-2», которая бесконечное количество лет идет по телевидению, и которая, собственно говоря, занимается тем же самым, что санаторий фильма. Там люди принудительно должны искать себе пару и на наших глазах и объяснять, почему отношения в этой паре сложились или не сложились. Разве молодые люди не ищут эту пару по принципам простейшего сходства? Возможно, именно это сегодня и называют поисками простого человеческого счастья. Когда главному герою в автобусе по дороге на охоту подсаживается дама, перечисляющая ему огромное количество своих увлечений, своих эмоций и своих чувств, герой равнодушно смотрит на нее и отвечает: «Я ничем не могу вам помочь». Он не может найти эмоционального сходства. Вы не заметили, что мы все меньше и меньше умеем сочувствовать? Что у нас куда-то исчезла эмпатия? Что мы перестали понимать, что такое нежность? Когда одну из героинь перед превращением в животное спрашивают, что бы она хотела делать в последний день, она говорит: «Я уже придумала». Администрация санатория нежно предупреждает о том, что животные могут спариваться, животные могут расслабляться и получать удовольствие от прогулок на природе. Но вот книг животные читать не могут. И смотреть кино или телевизор тоже. «Да-да», поспешно соглашается героиня, «я уже знаю, какую книжку мне нужно прочитать». Такое впечатление, что до этого она никаких книг не читала. Это просто было не нужно. Иногда у меня такое чувство, что герои разговаривают, как будто между ними находится виртуальный экран или гаджет. Лантимоса очень волнует вопрос: мы научимся снова думать о любви и эмпатии, о том, что это такое? Или из нас будет постепенно уходить душа, и мы будем превращаться в пластиковые кегли, стучащие друг о друга? В лесу, в мире одиночек, там, где нельзя любить, и поэтому любить хочется, главные герои все равно не способны разговаривать о любви.
они разрабатывают условные сигналы. Два сигнала. Голову налево, я люблю тебя больше жизни. Голову направо, мы в опасности. Потом они разработали более сложный код. И вот этот обмен условными кодами вместо обмена чувств, вместо обмена чувствами, вдруг показывает, что главные герои, которые вроде бы нашли любовь, на самом деле не любят друг друга. Недаром равнодушная побеждает во внутреннем соревновании в санатории. Они забыли, что значит чувствовать. Они этого больше не умеют и не умеют выражать в словах. Зачем сегодня молодые люди так настойчиво ищут себе пару? Они не могут выразить себя в мире, поэтому хотят иметь значимость, эмоциональную значимость, хотя бы для одного человека. Нету такой эмоциональной значимости. Человек становится способен на отчаянные поступки. Мужчинам в санатории нельзя мастурбировать. Им на ремни вешают замки, а в случае, если кто-то будет пойман за этим занятием, наказание его ждет страшное. Его руку суют в тостер и там запекают. В общем, мы же точно так же относимся к детской мастурбации, например. Единственное правило, регулирующее и жизнь города, и жизнь санатория, и жизнь одиночек – примитивный страх. Разве не он сегодня нами руководит? Разве мы не боимся чувств, потому что считаем, что... Разве мы не боимся чувств, потому что считаем, что нас не поймут и нам не ответят? Разве не мы призываем лечить все социальные болезни с помощью страха? Разве не мы вводим все большую и большую регламентацию, все больше и больше количество правил, регулирующих социальную жизнь? Нас давят и тиранят? Нет. Мы сами призываем к этому. Наказывать строже, всех сажать. И сами не замечаем, как система внешних правил и законов выдавливает из нас чувства. И мы даже в паре становимся все более и более одинокими и пустыми. Очень хочется, чтобы те, кто посмотрит это видео, услышали эхо фильма Лантимоса в своей душе и в своей жизни.